Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которое просило перенести рассмотрение дела против Игоря Пушкарева из-за возможной необъективности судов Приморского края. Аргументы, которые приводились, демонстрировали сомнения в беспристрастности всей судебной системы края. Адвокаты настаивали на отсутствии законных оснований в требованиях прокуратуры и абсурдности тезиса о том, что во Владивостоке возможно будет оказано влияние на следствие. Кроме того, разница во времени между Москвой и Владивостоком затруднит допрос нескольких десятков свидетелей, которых, возможно, придется допрашивать по видеосвязи. И тем не менее, дело направлено в Тверской суд Москвы. Комментируя итоги заседания, адвокат Константин Третьяков отметил, что решение суда выбивается из правового поля, в связи с чем законность дальнейшего процесса под вопросом. Каких-либо законных оснований для принятия подобных решений нет. Оба решения будут обжалованы в ближайшее время. Об остальном можно будет говорить после получения документов на руки, отметил Третьяков. В зале заседания находились супруга Игоря Пушкарева, адвокаты, свидетели защиты, капитан судна и пилот, которые подтвердили бы, что Игорь Пушкарев не может уплыть или улететь. Однако прокурор заявил, что нет оснований для допроса свидетелей, а в деле достаточно материалов для принятия решения продлить срок содержания под стражей. Адвокат Владимир Поликарпов также отметил бездушное отношение к здоровью Андрея Пушкарева. 17 месяцев он находится в жестких условиях содержания под домашним арестом. Разрешена прогулка только 1 час, общение только с адвокатом. Адвокат напоминает, что Андрей Пушкарев перенес больше 20 операций по восстановлению лица после получения травмы в 2015 году. Он вынужден питаться через шприц, ему требуется постоянный уход и медицинское обслуживание. С первого дня мне было известно о планах следствия задержать меня, но все эти 23 дня с возбуждения дела я не сбежал. У меня уже 28 операций. У меня фактически ампутирована нижняя часть лица. Фейерверк, считайте, на лице взорвался. Хочу обратить внимание суда на мое физическое состояние, и полтора года я наедине с этими проблемами. Мне еще предстоят несколько десятков операций. Возникает вопрос, почему в отношении дела Пушкарёвых-Лушникова силовики готовы идти на особые меры. В данный момент суд Сахалинской области рассматривает уголовное дело экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. И вопрос о суде в Москве попросту не возникал. Все как и должно быть в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, в котором статья 32 гласит: «Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, а также статьей 35 настоящего кодекса». И эти исключения в данном случае неприменимы, уверены юристы. Особенность этого дела возникает из подачи заместителя генерального прокурора Виктора Гриня, отметившего наличие у обвиняемого Игоря Пушкарева знакомств и связей в правоохранительных структурах и судебных органах Приморского края, что является безусловным фактом, поскольку у бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края, члена Совета Федерации, главы администрации краевого центра Игоря Пушкарева есть знакомство в этой среде. Такая подача как минимум косвенно обвиняет должностные лица в их потенциальной коррумпированности. Получается, чтобы не допустить потенциального нарушения закона в судебных органах Приморского края, при рассмотрении дело по существу, закон готовы нарушать на самом верху. Вердикт озвучен. Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры. Дело направлено в Тверской суд Москвы. Срок ареста продлен еще на 3 месяца. По итогам суда Игорь Пушкарев высказался в социальных сетях. Не совсем понятно, как высший судебный орган России может соглашаться с тем, что суды Приморского края не объективны. О каком тогда в принципе объективном рассмотрении дела может идти речь? Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ввиду того, что все последующие решения судов автоматически будут незаконны, ведь вопрос изменения территориальной подсудности – вопрос нарушения конституционных прав гражданина. Игорь Пушкарев не признает свою вину и намерен добиваться оправдательного приговора. 3 ноября Игорь Пушкарев написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы Владивостока, хотя они истекали только в октябре 2018 года. Олег Завьялов, новости на 8.